Добрый день, дорогие зрители и читатели портала «Научная Россия». Мы поздравляем вас с наступившим 2022 годом. Сегодня мы попытаемся проникнуться рождественской атмосферой, несколько мистической, описанной в повести Гоголя «Ночь перед Рождеством». А поможет нам в этом Екатерина Евгеньевна Дмитриева, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела русской классической литературы Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук. Екатерина Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Известно, что Чарльз Диккенс привнес в мировую литературу вот этот образ Рождества, праздника. И по одному из мнений считается, что в нашей отечественной литературе таким человеком был Гоголь. Насколько это верно? Ну, не совсем верно, потому что на самом деле «Ночь перед Рождеством», поскольку я думаю, что вы именно эту повесть имеете в виду, стали, в общем-то, считать святочным рассказом или рождественским, точнее, в рождественском, потому что святки – это все-таки период между 25 декабря, если по старому стилю, 6 января, или 6 января и 19 по новому стилю. А рождественский – это вот именно Рождество, да? То есть либо 25-е по-старому, либо 6-е. Так вот, на самом-то деле вообще это все восходит к мистериям. Я начала, простите, говорить, не договорила, что Гоголь, стали считать вот эту повесть Гоголя «Ночь перед Рождеством» только где-то с 80-х годов 19 века святочным или рождественским рассказом. А до этого, в общем-то, она не имела такой репутации, потому что вообще, вот если посмотреть, это же повесть, которая входит в цикл «Вечеров на хуторе близ Диканьки». И в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» довольно много повестей календарного цикла. Даже есть, вот так, есть в Волгограде замечательный гоголевед Аркадий Хаимович Гальденберг. У него есть специальная книга, посвященная календарным циклам прозе Гоголя. Так вот, если мы вспомним, скажем, «Вечер накануне Ивана Купала», «Иван Купала», то есть летний праздник, если «Майская ночь» тоже, там, «Русалочья неделя» тоже. То есть у Гоголя, на самом деле, у раннего Гоголя очень многое приурочено именно к календарному циклу и календарным праздникам. Вот «Ночь перед Рождеством» – Рождество. Но, конечно, он был не первый. Это потом, ну, он, наверное, самый яркий, поэтому и хочется сказать, что он первый. Ну, как, наверное, как всегда бывает, ничего первого в этом мире нету, всегда есть какие-то предшественники. Но вот если говорить о предшественниках, то, конечно, с одной стороны, это мистерии средневековые, это вообще уже такой общеевропейский след, потому что мистерии тоже были приурочены к определенным церковным праздникам. С другой стороны, если мы вспомним о нашей, собственно, русской, ну, точнее, славянской традиции вертепного театра, который сейчас реанимирован, и вот, собственно говоря, скоро наступит рождественская неделя, и пойдут именно представления вертепного театра. А ведь вертеп, как раз вертепная драма, в очень сильной степени сосредоточена именно на истории Рождества. Вы помните, да, что вертеп – это такой ящик, который делится на две части, и это деление символическое, потому что верхняя часть, она такая как бы метафизическая, это то, что происходит на небесах, и там вот самый такой ходовой был сюжет, Ирод, который узнавал о рождении младенца, и был возмущен, испуган, и вот он приказывает истребить всех младенцев. Вот эта знаменитая Вифлеемская, да, история. И с другой стороны, нижний ярус, который был бытовой. И там уже происходили какие-то бытовые истории. Но между ними абсолютно вот такой жесткой границы не было. И это, кстати, многое объясняет и в поэтике самого Гоголя. И из верхнего яруса вполне возможно было перемещение в нижний ярус и наоборот. Так вот, значит, вертепная драма, конечно, тоже такой прецедент, и на который абсолютно очевидно ориентировался Гоголь. Потом, если брать более ранние, вот, потому что «Ночь перед Рождеством», это, я уже сказала, «Вечера на хуторе близ Диканьки», это 31-32 год. Там было так, что первая часть, первая книга вышла в 31 году, а вторая часть, куда вошла как раз, которая открывалась «Ночью перед Рождеством», она вышла в 32-м году. То есть это 32-й год. Так вот, и что было перед этим? Перед этим был, по крайней мере, знаменитый, точнее, была знаменитая повесть «Фрол Скобеев».
она не имеет репутации, собственно, святочной, но там святки играют большую роль, потому что там как раз вот самый такой пикантный, можно сказать, момент, когда фрол Скобеев, который хочет жениться на девице, а девица ему недоступна, потому что он-то простой, а она дочь стольника. Но там есть разные варианты. И он тогда переодевается в женский наряд и соблазняет ее, проникает во время рождественских праздников, во время святок на вечернице, и вот там соблазняет ее и так далее. На заре туманной юности с моим другом и однокурсником по аспирантуре делали такой сборник, новелл, условно, первой половины XIX века, «Нечаянная свадьба». И как раз вот он открывается вот этой повестью, сейчас я вам покажу ее. Это одна из редакций более поздних, то есть редакция XVIII века Фрола Скобеева, потому что повесть Фрола Скобеева еще идет как древнерусская литература, а вот уже новгородских девушек «Святочный вечер», сыгранный в Москве свадебным. Вот этот замечательный текст, который я очень рекомендую. Правда, сразу хочу сказать, что если будете ориентироваться на эту книгу, поскольку это была детская литература, то нас заставили все, так сказать, жаркие сцены убрать. Поэтому там, вот, может быть, каких-то таких самых душещипательных моментов не осталось, но, тем не менее, можно познакомиться. А вообще, конечно, это есть и в других изданиях. Вот, возвращаясь еще к прецедентам, более ранние по отношению к Гоголю, святочный текст, Полевое, это даже, вот я посмотрела, это даже зафиксировано в Википедии, Полевой в 26-м году, то есть это еще до Гоголя, публикует в «Московском телеграфе», он был издатель тогда журнала «Московский телеграф», он публикует святочные рассказы. И вот у меня есть, я скопировала себе начало, они вообще... Конечно, сравнить их с гоголевским текстом нельзя, но вообще они интересны, потому что там даже гораздо больше, чем у Гоголя, дается вот, собственно, этнографических описаний. То есть там все начинается с такой ностальгии, вот как жалко, что что-то было в прошлом, и сейчас этого почти нет. И вот один из рассказчиков рассказывает, я просто, если можно, буквально прочитаю небольшой кусочек. Вина кипят, смеркается, пойдут игры, старики садятся кружками и смотрят, как красивый мужчина или хорошенькая девушка с завязанными глазами под хлопанье жгутов ловит рассыпанных неприятелей своих. Смех, хохот. Иной, бегая из угла в угол, бежит от ловца в другую комнату. Он сгорел, кричат все, и преступник заступает место слепца. Ах, как мне нравятся такие другие простые святочные игры. Знаете ли вы, как растят мак? Это как раз вот в чистом виде святочный или рождественский рассказ, и который носит такой этнографический характер. Чем был вызван вот этот этнографический аспект в творчестве Гоголя? Почему он так интересовался, как он сам их называл, малороссиянами? Ну, это не только он тогда, а об Украине... Не шла речь тогда, то, что мы сейчас называем Украина, это была Малороссия или Малая Русь. Вы знаете, на самом деле интерес к Украине восходит еще где-то к второй половине XVIII века, начинается во второй половине XVIII века. Там было много на то причин. Во-первых, знаменитое путешествие в Малороссию Екатерины, где ее сопровождали очень многие интересные, выдающиеся персоны. Ее сопровождал, например, знаменитый принц де Линь, французский аристократ. Он даже не французский, он вообще такой космополит. Открытие Малороссии – это было как бы открытие вот некоего такого экзотического пространства, которое сравнивалось с Авзонией. То есть это вот некая, если хотите, русская Италия. И поэтому интерес к ней, конечно, был огромный. И потом появляется довольно много еще сентиментальных таких путешествий, скажем, путешествие в Малороссию Шаликова, из наиболее известных, где он описывает свое путешествие в Малороссию, открытие Малороссии. Это одна сторона. Вторая сторона – героическое прошлое, потому что история Малороссии, история казаков, история воссоединения, ну, то, что мы сейчас называем Украиной с Россией, это тоже, в общем, тема, которая
волнует. Но это уже я, на самом деле, более справедливо в отношении XIX века. Вот если мы вспомним, Рылеев пишет поэму «Войноровский», Богдан Хмельницкий. Вот это все персонажи, которые тоже интересуют. Ну и, наконец, в принципе, мы можем говорить в более общем плане, что мы ведь говорим о Гоголе, это 30-е годы, это уже это эпоха романтизма в России. И романтики, вообще, трудно говорить о том, что такое романтизм, потому что я очень люблю это выражение Вяземского. Все говорят о романтизме, романтизм как домовой, все о нем говорят, но никто его не видел, как его накрутить на палец. Но, в принципе, вот то, что, безусловно, характерно для нового романтического искусства, это интерес вот к чужому, к чужой культуре. То есть ведь не случайно туризм вот в нашем современном понимании рождается именно в романтическую эпоху. То есть турист – это тот, которому интересно чужое. То, что я не знаю, и то, что я отправляюсь куда-то, узнаю. Потому что раньше вот еще есть много исследований, скажем, о 18 веке, о путешествиях и более ранних, отправлялись уже с готовым мнением о том, что они должны увидеть. И видели ровно то, иногда просто с фолиантами, в принципе, можно было и сидеть дома, но с сундуками, это французские путешественники очень любили таким образом познавать чужое. А вот в эпоху романтизма как раз интерес к Востоку, интерес вот, к экзотическим странам. И Малороссия – это как раз вот та самая экзотическая страна, которая привлекает внимание именно в силу своей такой необычности, неизведанности. И поэтому, вот, когда Гоголь оказывается в Петербурге, то первым делом, что он делает? Он пишет своей маменьке и просит ее прислать как можно больше разных поверий, описания платьев, там еще каких-то сюжетов, и говорит, здесь в моде все малороссийское. То есть он был в этом смысле не один, он просто очень хорошо понял, как бы это сказать, куда ветер дует, и что актуально на тот момент, и что востребовано. Потому что, вот скажем, был его, ну, в каком-то смысле, не то чтобы соперник, но его соплеменник Орест Сомов, который тоже сам из Украины, из Малороссии, и который тоже очень интересовался. Но Орест Сомов в этом смысле более этнограф. А, конечно, Гоголь очень, и именно поэтому он Гоголь, он поразительным образом претворял вот эти малороссийские народные сюжеты, фантастику народную, он претворял в высочайшего уровня художественный текст. Поэтому это одновременно и этнография, поэтому мы можем, конечно, говорить, что это рождественская повесть, но не совсем. Вот, кстати, вы упомянули о Диккенсе. Это, по-моему, Диккенсу принадлежит определение рождественской истории, и одно из требований рождественской истории – хороший конец, благополучный. Все кончается хорошо. А вот если задуматься, хорошо ли все заканчивается в повести «Ночь перед Рождеством» у Гоголя? Вопрос. Вопрос. Вы помните, вот опять-таки, чтобы не своими словами, просто я напомню, последний, самый последний абзац. Приезжал, вроде все хорошо. То есть Вакула получил черевички, Оксана получила черевички, но поняла, что ей не черевички нужны, а Вакула. Они поженились, родился ребенок. Все замечательно. Казалось бы, совершенно такой благополучный конец. Ну вот последний абзац, финал повести. Приезжал через Диканьку блаженной памяти архиерей, хвалил место, на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился перед новой хатой. «А чья это такая размалеванная хата?» – спросил преосвященный, устоявший близ дверей, красивой женщины с дитятей на руках. То есть, понятно, это Оксана. «Кузнеца Вакулы», – сказала ему, кланяясь Оксана, потому что именно была она. «Славно, славная работа», – сказал преосвященный, разглядывая двери и окна. Но еще, окна были обведены кругом красной краской, на дверях же везде были казаки на лошадях с трубками в зубах. Но еще больше похвалил преосвященный Вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левый крылос зеленую краску с зелеными цветами. На стене, но это не все. На стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула черта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо. А бабы, как только расплакивались у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: «Он, бачья, как она намалевана».
И дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди своей матери. То есть вот вы понимаете, что делает Гоголь? Абсолютно как бы благополучный конец он вот в гегелевском плане снимает вот этим финалом. Да, Вакула нарисовал черта, но мы-то заканчиваем. И это, на самом деле, вообще говоря, уходит от внимания. Далеко не все обращают внимание на этот финал, но заканчивается чертом все-таки. И заканчивается тем, что дитя плачет, дитя пугается. То есть все-таки вот это страшное остается в мире, значит, оно не преодолено. Это Гоголь. Перейдем немного к вот этой праздничной атмосфере. И как раз, как известно, и в произведении Гоголя это описано, что ночь перед Рождеством – это особое время, когда черт может последний раз попроказничать. И почему Гоголь, возвращаясь к циклам в его календарях и в произведениях календарным циклам, почему он выбрал в том числе и это время – и таким образом его описал? Ну, всегда пограничное время, и пограничье – это интересно, потому что пограничье – это вот тот момент, когда заканчивается что-то старое, начинается новое. И, собственно, Рождество – это и есть конец старого года, начало нового, конец старого мира, начало нового. Но вообще, вот если бы был перед вами фольклорист, он бы вам объяснил более подробно, что есть поверье о том, что как раз в Рождество Бог, который радуется рождению младенца, и он выпускает, и поэтому он выпускает чертей из ада, он выпускает, в общем, всю нечисть. И, собственно, именно поэтому нечисть и обретает вот особую силу ровно в ночь перед Рождеством. Потом ребенок рождается, все возвращается на круги своя. Хотя вообще вот считается, что самая такая напряженная в этом плане, в плане нечисти, которая появляется, это как раз святочная неделя. Там не неделя, чуть больше. То есть вот святочный период, потому что вот это разгул нечисти, которая, в общем, обретает на некоторое время свои права. Но для народа, конечно, это всегда интересно, любопытно, потому что мы все люди, и нам всегда хочется что-то такое, что нас поражает, потрясает наше воображение и то, что не укладывается в наши привычные представления. Поэтому, конечно, в этом понятно, почему Гоголь выбирает именно это время одновременно. Да, и потом это же время еще, точнее, это праздник, в котором очень сильно соединяется языческое начало и христианское начало. С одной стороны, да, Рождество – это христианский праздник. Но, скажем, Колядование, которое так подробно описано у Гоголя, и, собственно, Колядование же там многое завязано. Вы помните, что и в мешках оказываются несчастные поклонники, несчастливые, точнее, поклонники Солохи, ну и многое другое. Так вот, Колядование вообще-то было стоглавым собором запрещено. И церковь не одобряла Колядование, потому что это, конечно, такой, скорее, языческий праздник. Кстати, раз уж мы об этом заговорили, Коляда, Гоголь ведь делает еще и примечание, что, дескать, Коляда – это такой языческий божок, но на самом-то деле Коляда – это просто малороссийское обозначение Рождества. А вот уже в XVIII веке, когда появляется так называемая кабинетная мифология, то есть когда возникает некая ностальгия по отсутствию своей мифологии. Есть античная мифология, все знают античных богов, а вот своей нет. И тогда создается, то есть название каких-то праздников, какие-то топонимы, они превращаются в богов. Это отдельная история, очень, кстати, интересная, каким образом создается. Вот Коляда – это и есть тот самый бог, который просто превратился, из слова он превратился в божество, которое славит. И Гоголь, в общем-то, я не знаю, знал он об этом, знал, что это, в общем, такое искусственное построение, но, во всяком случае, он строит на этом свой сюжет.
Вот интересно, что в начале этого произведения «Ночь перед Рождеством» складывается такое ощущение, что нечисть, вот, которая в данном случае в виде черта представлена, она какая-то не очень таки страшная и достаточно... может быть, это от того, что Вакула очень харизматичный персонаж, но этого черта совершенно не боишься. Почему Гоголь сделал именно в таком ключе? Ну, во-первых, если вы почитаете народные сказки, особенно былички, то вы увидите, что там очень часто нечисть такая прирученная человеком. И она, в общем-то, не страшная. На самом деле, вот если брать именно фольклорные былички, сказки, то там может быть два варианта. Черт или ну, какая-то другая нечисть, как действительно творящее зло, и с которой невозможно бороться, точнее, бороться можно, но совладать с ней практически невозможно. И есть второй вариант, наоборот, нечисть, которая, если ты знаешь, как себя вести, то ее вполне можно побороть и одолеть. Это одна сторона. Другая сторона – это то, что, если брать самого Гоголя, у Гоголя, ну, тоже отдельный немножко разговор. Сейчас очень модно говорить о барочных следах, о влиянии барокко, стиля барокко на Гоголя. А барокко было еще очень сильно именно на Украине, Малороссии. Хотя это, в общем-то, считается стиль 17 века. Так вот, для барокко, скажем, была характерна такая фигура, которая называлась дистрибуция. То есть это такая поливариантность мотива, когда одно и то же событие рассматривается в разных модификациях. И у Гоголя, я не буду говорить, действительно ли это от барокко или это просто у Гоголя, потому что он Гоголь, потому что он такой родился, но то, что совершенно очевидно, что у Гоголя все строится на такой вариативности. Вот если мы вспомним, я уже, точнее, даже вспоминала, «Вечер накануне Ивана Купала». Ведь там же такая же, собственно, ситуация. Герой обращается за помощью к черту, нечистой силе. Чем заканчивается? Ничем хорошим. Герой погибает, то есть, в общем, это очень трагическая история. «Ночь перед Рождеством», несмотря на то, что я только что вам сказала, что там конец не очень такой мажорный, но, тем не менее, все-таки это светлая история, это надо признать. И получается, что Вакула сумел одолеть черта и добиться всего, что он хотел. И в этом смысле тут очень важно понять, что у Гоголя в этом плане нет какой-то, не то что единой точки зрения, а нет ответа на вопрос. Вот если задать вопрос, можно обращаться к черту, чтобы он помог тебе? Если вспомнить ночь перед, если вспомнить вечер накануне Ивана Купала, нет, ни в коем случае, потому что обратишься в прах. Если вспомнить ночь перед Рождеством, а почему бы нет? Но на самом деле, ведь, скажем, когда говорят о неких таких прототипах, точнее, о прототипических сюжетах, которые мог иметь в памяти Гоголь или держать в памяти, то вспоминают известный текст «Путешествие Иоанна Новгородского на бесе в Иерусалим». То есть это, на самом деле, текст церковный. И это история церковная. То есть Иоанн Новгородский, архиепископ, летал на бесе в Иерусалим. Так почему же Вакуле тогда не полететь на бесе в Петербург? Интересно, что Гоголь наделяет еще какими-то необычными свойствами своих же персонажей. Там тот же Пацук или Солоха. Нет ли в этом здесь тоже некоторого символизма, что даже жители Диканьки тоже в своем роде такие необычные полулюди, полутакая нечисть, да, если можно ее так назвать? Или это, ну, скорее допущение Гоголя? Но это то, что на самом деле, в общем, характерно для менталитета, если можно употребить это слово, менталитета, скажем, сельского жителя, потому что человек, который живет на селе, у него другое отношение к природе, другое отношение к событиям, и у него гораздо больше вот ощущений и веры в присутствие какой-то той незримой силы. Это мы не верим в городах,
живя, что есть привидения, что есть нечисть. А там в это верят. То есть это на самом деле вполне, можно сказать, отражение народного сознания. Но с другой стороны, и вот это очень интересно, это как раз то, что характерно для Гоголя. Что ведь делает Гоголь? Он показывает, ну, вы говорите, Солоха, да? Вот Солоха, с одной стороны, она мать Вакулы, она даже вполне богобоязненная женщина, она ходит в церковь, все в порядке. Ну, другое дело, что она принимает казаков, ну, а почему бы нет? Кстати, я немножко, если можно, отвлекусь насчет того, как женские персонажи принимают, обольщают казак. Дело в том, что когда мы делали, подготовили первый том Гоголя, когда вышел первый том Гоголя, я тогда обещала, что я приготовлю все блюда, которые описаны в первом томе, то есть в томе «Вечеров на хуторе близ Диканьки». И когда я стала готовить, я поняла, чего стоит это обольщение, потому что это безумно сложно. Это очень большой труд. Так что думать, что Солоха или Хиври вот так разом это делает, это в общем... Но это я немножко отвлеклась. Возвращаясь, значит, что, каким образом вот строит свое повествование Гоголь? Он показывает, как те поверья, которые связываются с тем или иным персонажем, ну вот, допустим, Солоха, она приваживает казаков. Ну и, соответственно, у нее репутация ведьмы. Но это абсолютно, то есть это на уровне лексики, да? На уровне вот, оценочном. А дальше что он делает? И он превращает ее в настоящую ведьму, которая вылетает через трубу, которая с чертом крутит шашни и так далее. И это вот как раз характерно для, практически для всех персонажей. Потому что здесь как бы показывается ну, вот некий механизм рождения легенды. Не понравилась там, какая-то женщина. Показалось, что она подоила корову чужую, и потом у коровы там, испортилось молоко или еще что-то. Ну и говорит, ах, она вот ведьма, она... И Гоголь показывает, вот, да, она ведьма, да, но я ее превращу в настоящую ведьму. И поэтому вот они существуют в этих двух как бы измерениях. Это я возвращаюсь к теме вертепного театра. Это, по сути, то же, что и в вертепном театре. То есть вот она в метафизическом мире, и вот она вот в том реальном мире, в котором она существует. Но одно другому не мешает. Представим вот эту рождественскую атмосферу по Гоголю. Какая она, в чем ее отличительные особенности и чем она, возможно, отличается от других рассказов, посвященных рождественской теме? Хороший вопрос. Чем отличается? Наверное, самый простой ответ тем, что это Гоголь. С одной стороны, у «Ночи перед Рождеством» репутация самого светлого рассказа или самой светлой повести. Это, опять-таки, вопреки тому, что я сказала о таком сомнительном в плане оценочном финале, который, в общем, говорит о том, что не все так благополучно. Но, тем не менее, согласимся, что повесть в общем и целом светлая. А если мы еще вспомним замечательную экранизацию Роу, «Ночи перед Рождеством», то это вообще ощущение, что это действительно ну, какой-то такой вот праздник, невероятный праздник, воскрешение вот как бы духа народа. Но что отличает именно Гоголя, это, я возвращаюсь, вот такая двойственность, которая, в принципе, ему характерна, для него характерна, и эта двойственность даже характерна вот для этой повести, что, опять-таки, если можно, я вам хотела процитировать самое начало повести. «Последний день перед Рождеством прошел, зимняя ясная ночь наступила, глянули звезды». Потрясающе, да, описание? «Месяц величаво поднялся на небо, посвятить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра, но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты». Я тут немножко пропускаю. Дальше. «Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей в шапке с барашковым околышком, сделанной по манеру уланскому, в синем тулупе с черными мушками, с дьявольски сплетенной плетью, которую имеет он обыкновение подгонять своего ямщика,
то он бы верно приметил ее. То есть там как раз описывается, как вылетела ведьма через трубу. Он верно приметил бы ее, потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. Вот вам, пожалуйста. И сразу перебой. То есть вот мы уже верим, что да, вылетела ведьма. Вот это замечательное совершенно описание рождественской ночи. И потом вдруг Гоголь отвлекается, некое допущение, что вот если бы видел, если бы ехал сорочинский заседатель, он бы увидел, потому что от него ничего не ускользнет. Это, в принципе, то, что немецкие романтики называли романтической иронией. То есть вот такая максимальная свобода автора. Он создает мир и тут же разрушает, потому что мы уже перестаем верить. Мы понимаем, что, он, что Гоголь иронизирует. Но потом он опять создаст. Он буквально через три строчки, он опять дальше переходит к описанию, и опять мы верим вот в этот полет почти Босха. У Босха, кстати, вот часто сравнивают описание вот этого полета ведьмы, Солохи и черта, сравнивают с картинами Босха, у которого тоже вот вроде спокойный такой мир, а где-то там на заднем плане летит какая-то нечисть. Вот, то есть у Гоголя постоянно идет вот такой переход – от веры к неверию. Он создает мир, но он же его, как бы, он показывает, что это созданный мир. То есть он разрушает, иными словами, он, в общем, разрушает иллюзию. Подходит ли он для вот этой праздничной недели, чтобы вот, например, наши читатели заново его прочли и, может быть, увидели вновь какие-то особенности? Да, конечно, подходит, потому что все равно, что как бы мы ни говорили, как бы вот не сильны были вот эти перебивки, гоголевская ирония, все равно создается вот этот какой-то совершенно удивительный, красочный мир, который, в общем-то, и остается в памяти. Потому что, вот я вам честно скажу, я когда все-таки немножко готовилась, я стала перечитывать. И я подумала, ну, боже мой, ведь какие-то вещи совершенно ускользают из памяти. Вот даже то, что я вам только что прочитала, вот эта перебивка с заседателем, который бы увидел ведьму, это не остается в памяти. Остается в памяти, конечно, и полет Вакулы верхом на черте, и описание Петербурга такое абсолютно сказочное. Потому что, в общем, Гоголь, конечно, сумел создать такую феерию. И вот опять-таки, тоже я хотела вам, секундочку, Иннокентий Анинский, это замечательный совершенно поэт, конец 19-го, начало 20 века, который говорил о том, я цитирую, «Вечера на хуторе близ Диканьки представляются нам скорее романтическим сном юности, чем законченным творением художника. Здесь все еще как бы зреет. Самая природа еще как бы боится выйти на Божий свет в будничном наряде». Но он говорит вообще о «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Но это относится, на самом деле, и в первую очередь к «Ночи перед Рождеством». То есть как будто вот самая природа боится выйти в будничном наряде. То есть это все сказочно, это все прекрасно, это все то, что увлекает, то, во что хочется верить. Но опять-таки, если вдуматься, то будьте осторожны. И опять же, мне кажется, это колебание прослеживается вот, ну, скажем так, в резких скачках страха, например, вот какой мы видим нечисть в Вии, например, и вот что-то такое игривое в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Почему Гоголь вот такой? То есть тут он прям пугает нас своими персонажами придуманными, а здесь вот позволяет себе такие вот допущения, что нечисть может быть и не особо такой страшный. Ну, во-первых, здесь он все-таки еще больше вот в таком в русле народных поверий, что фольклоре, черта, вот как мне объясняли фольклористы, если ты знаешь правила, если ты их соблюдаешь, то черта можно одолеть. Это вот народное сознание. То есть главное правильно себя повести. Не будем забывать, что Вей это уже более поздний, ну, как это не поздний, конечно, но, тем не менее, у Гоголя же, в общем-то, эволюция очень быстро протекала. И Ви – это уже следующий этап. Более того, это как раз уже 34-й год, когда он работает над Вием, и когда он вообще захотел все вечера уничтожить. Он несколько раз собирался сжигать. Он вообще любил сжигать, как мы знаем. Первый раз он уничтожил
практически весь тираж, ну не весь, но насколько он мог, тираж Ганса Кихельгартена, вот это его первая поэма. А потом он захотел вечера. То есть вечера чем-то его уже не устраивали с 33-го, с 34-го года. А потом он уже, хотя говорил, что там хвостики его душевного настроения уже в вечерах, но вот когда было, задумывалось издание его сочинений в 42-м году, то он тоже, в общем-то, не хотел, чтобы вечера печатались. Это я к тому говорю, что когда он работает над Веем, то это немножко уже другой Гоголь по сравнению с тем, что по сравнению с тем, каким он был в 31-32 году. Даром, что потом еще вышел. На самом деле, книга-то имела второе издание в 35 году. Вышла вторым изданием. Но, тем не менее. А что касается Вея, то это вообще Вея – это самая, наверное, загадочная повесть, которая не перестает вызывать разные попытки истолкования. И многое там непонятно, то есть вот не сводится концы с концами. То есть то, что появляется вот этот персонаж Ви, сколько ни искали прототип, кто такой Ви, и находили и в восточной мифологии, вот наш знаменитый филолог, исследователь культуры, прекрасный специалист по культуре Востока, Иванов писал о том, что вот как раз он нашел какой-то прототипический образ, точнее, не образ, а персонажа восточной мифологии. Находили, вот я недавно видела какую-то статью, где доказывается, что это чуть ли не латиноамериканский какой-то, вряд ли Гоголь знал латиноамериканских персонажей. Ну, то есть какие-то вот ищутся параллели. Сам Гоголь говорит, что, дескать, это персонаж украинского фольклора, малороссийского фольклора. В малороссийском фольклоре такого нет. Но то, что Гоголь любил очень заметать следы и путать, я тогда, если можно, я вернусь к Вею, расскажу маленький такой, это не анекдот, но это вот когда мы делали как раз первый том, готовили, «Страшную месть», там заканчивается песня бандуриста тем, что пел про Хому Ерёму и про Скляра Стокозу. Ну, Хама Ерёма, это понятно, это вот известные персонажи фольклора. Кто такой Скляр Стокоза? Я просмотрела все издания предыдущие, как комментируют. Либо никак не комментируют. Ну, Скляр Застекольщик, это тоже понятно. А вот кто такой Стокоза? Либо комментирует Стокоза, персонаж украинского фольклора. Я начала спрашивать у фольклористов, специалистов по украинскому фольклору. Говорят, нет такого, нет такого. И знаете, кто это оказался? И это никому не пришло в голову, даже нашему замечательному руководителю Юрию Владимировичу Ману. Я случайно об этом узнала, когда попала в Нежин, и в очередной раз спросила, не знаете ли вы, был ли такой персонаж фольклора Стокоза. По-моему, это была даже чуть ли не уборщица. Она сказала, да, детка, это же дядька Гоголя. То есть что сделал Гоголь? Он взял, ввел имя, и мы знаем, что Семен Стокоза, это дядька Гоголя. Вот как у Петруши Гринёва был Савельич, так у Гоголя был Семён Стокоза. То есть он ввёл Стокозу вот в тот контекст, когда, конечно, никто не подумает, что это какой-то дядька, да ещё кто-то там знает, как звали дядьку Гоголя, и думает, что это действительно какой-то вот такой персонаж. Это я к тому говорю, что вот с Вием тоже некая такая проблема. Может быть, вот как одно из возможных объяснений, что к этому времени как раз вообще в Европе, но это и проникает в Россию, получает распространение так называемой френетической литературы, эллинистовая словесность. И вот особый интерес не просто к фантастическому, а к страшному, к ужасному. И Вей действительно является вот каким-то таким воплощением всего страшного, ужасного, то есть само воплощение зла. Но вот еще одно объяснение. Вей – это как бы вот, ну и, собственно, это тоже в сюжете есть зрение, тема зрения, что и почему погибает Хамаброд, потому что он увидел нечто то запредельное, что на самом деле человеку не надо видеть. И это уже, наверное, более серьезная постановка вопроса в каком-то смысле, чем то, что было в вечерах на хуторе близ Диканьки. Давайте некий подведем итог «Ночи перед Рождеством». Например, какой ваш любимый персонаж из этой повести? Ну, наверное, Оксана. Почему?
потому что в ней есть что-то такое очень трепетное. Вообще Гоголь, тоже Гоголя ведь обвиняли, что он не умел женские персонажи изображать, что у него все либо старухи такие зловредные и неприятные, либо, ну, такие достаточно условные кукольные. И вот, кстати, Оксана из всех наиболее живая. У Белого есть замечательное совершенно, у Андрея Белого высказывание об Оксане, что в ней есть какая-то издевка, попирание, он даже цитирует. Он говорит, что это вообще персонаж чуть ли не блоковский, но как бы предсказывает блоковскую прекрасную даму, точнее так, блоковские стихи периода прекрасной дамы, стихов о прекрасной даме, и что вот в ней некая издевка, попирание заветных святынь. И вот это в ней есть, то есть она, в общем, очень неоднозначный персонаж. Ну, и, конечно, прекрасный, красивый такой. Но Вакула мне тоже нравится. Почему? Почему? Живой персонаж. Такой, из народа. Дело не в том, что он из народа, а дело в том, что, ну, во-первых, уже приятно, что готов ради своей возлюбленной на любой подвиг. И черта оседлал. Екатерина Евгеньевна, спасибо вам большое. На этом остановимся. Спасибо вам. Спасибо.